Парламент на этой неделе одобрил в первом чтении новый кодекс железнодорожного транспорта. Документ предусматривает условия для появления частных операторов и грузоперевозчиков. Пока оппозиция считает, что для решения проблем с транспортной инфраструктурой необходимы комплексные меры, авторы инициативы уверены, законопроект позволит модернизировать этот сектор. С инициативой о принятии нового кодекса выступило правительство. При этом вице-премьер Андрей Спыну отметил, что пока неизвестно, сохранится ли одно государственное предприятие, или же оно будет расформировано в зависимости от предоставляемых услуг. С инициативой введения нового кодекса железнодорожного транспорта выступило правительство. Авторы законопроекта уверены, имплементация нового кодекса устранит монополию ЖДМ на рынке железнодорожных услуг. Пассажирские и грузовые перевозки смогут оказывать и частные операторы. При этом инфраструктура железных дорог будет принадлежать государству. Стоит отметить, что опыт некоторых стран, в том числе Российской Федерации, которые демонополизировали эту область, говорит о том, что доступ частных участников приводит к модернизации этого сектора, а также устанавливает условия конкуренции по отношению к другим видам транспортных услуг. Я прошу, не нужно делать никаких спекуляций. Эту реформу провели как страны Запада, так и Востока. Не обошлось без критики со стороны оппозиции. Проблему нужно рассматривать в целом, в том числе заняться вопросом грузоперевозок наземным транспортом. Посмотрите, что мы делаем. Каждый год миллиарды леев уходят на реставрацию, строительство дорог, а затем там ездят крупногабаритные машины в сотни тонн. Мы разрушаем эти дороги, нужно подойти комплексно. Монополия железной дороги – это плохо. А монополия инфраструктуры – это не то же самое. Железные дороги. Монополия инфраструктуры железной дороги – не то же самое. Объясните мне. Господин Рейдман, вы экономисты и понимаете, что означает естественная монополия. И также понимаете, что ни один частный инвестор не станет строить свою железную дорогу. Фракция ПДС приветствовала инициативу, правда, поинтересовалась, как новый кодекс способствует решению финансовых проблем и задолженностей ЖДМ. Господин министр, инициатива приветствуется, но я хочу, чтобы гражданам тоже было понятно, потому что рядовые сотрудники ЖДМ месяцами не получают зарплаты. Столько лет железную дорогу обворовывали. Мы дошли до того, что у государственного предприятия дефицит, превышающий 7 миллионов леев. Как в этих обстоятельствах проект закона способствует тому, чтобы у предприятия появились доходы? Будет ли на основании нового кодекса госпредприятие, владеющее инфраструктурой, еще одно предоставляющие услуги грузоперевозок, а другое для пассажиров, это все предстоит изучить. Нужно ли их разделять или оставлять одно государственное предприятие. Министр инфраструктуры также отметил, что сотрудники ЖДМ начали получать зарплаты за текущий период. Остался лишь исторический долг, но и он, по словам Спыну, будет погашен. Кодекс должен вступить в силу спустя 2 года со дня публикации.